Три платформы – идеология, культура и СМИ. Як спрацавали на их у минулом годе, разом и на кожную пособку. Отказы были даны подчас выниковой коллегии Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди облвыканкама, якая собрала маль 200 человек за тюй Гомельщины. Заслухать справоздачи идеологов, работников предприемства и организации Галины приехали первый наместник керовника администрации президента Беларуси Максим Рыжанков, министр информации Лилия Ананич и первый наместник министра культуры Ирина Дрыга открыла коллегию тема идеологичной работы. Большое внимание уделяется учебе кадров и с обсуждением интересных актуальных проблем, передового опыта, приглашением именитых лекторов. Такая интересная работа проводится в Петриковском, Ельском, Светлогорском районе, в Гомельском горисполкоме. За обеспечение стабильной громадско-политичной ситуации, идеологичное сопровождение программ социально-экономичного развития региона, выявление и поддержка молодежных инициатив – вот главные сёлетние задачи. Важная роль належит работе сродков массовой информации. Так, у центра летошней информационной картины года были 5-й всебелорусский народный сход, выборы у парламент, День белорусского письменства 30-годие, Чернобыльской аварии. Одним из становчих выников года можно лечить то, что по окупности СМИ Гомельщины вышли на другое место в Украине. Знаете, на фоне Гомельская область выглядит очень динамично развивающейся информационной областью. Гомельщина в год, когда проводился День белорусской письменности, в минувшем году, итоги которого сегодня рассматривают, как раз проявила вот очень такую творческую подачу, помните, да, в Рогачеве, средств массовой информации вот на этой выставочной площадке. Это не только от желания себя показать, это от той глубокой работы, которая сегодня проводится каждым редакционным коллективом. На коллеги поставили задачи и на этот год. Например, апрача повеличение колькости подписчиков и поширение аудитории от СМИ чакают больше активного створения полновартостных электронных версий и освоения социальных сеток. Завершила коллегию тема культуры. Так, увагу представников библиотечной системы звернули на необходимость установ этой сферы быть не только информационными, але и культурными центрами регионов. Свою оценку их работе дала наместник министра культуры Ирина Дрыга. Библиотечный фонд в области – самый великий региональный объем сирот у всех областей краины. Але объем новых поступлений сократился и оборачальность поменьшилась, хотя и незначно, на 0,2%. Але это той знак, который бы задуматься. Что дотычется работы клубных установ, то летось яны провели свыше 135 тысяч мероприемств. Это больше, чем было годом ранее. Успеховым опытом своей работы поделились керовники лепших. Мы в этом году принимали участие в конкурсе «Клуб года», получили первое место, стали лауреатами. Не нужно бояться работы, потому что во все времена были трудности, и даже интересно их преодолевать. И когда у тебя все получается, то, наверное, это главный двигатель жизни. Кропкой встречи стала церемония узнагороджения. За достижение в минулом годе грамоты отримали лепшие идеологи, работники культуры и сродков массовой информации. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».